Казимир Лисовский. Сказка про кукушку. Стоял на берегу реки Сыма одинокий чум. Жила в этом чуме женщина из племени кетов. Было у нее четверо ребят, все мальчишки. Тяжело было жить матери. Ведь надо прокормить, одеть и обуть детей. А мужа у нее не было. Пошел он однажды на охоту и наткнулся на медведя. Ружье дало осечку, медведь встал на дыбы, схватил охотника в свои страшные лапы и загрыз. С тех пор мать вынуждена была батрачить у купцов. Отправлялась она за несколько верст от чума, стерегла скот купеческий, помогала по хозяйству. К вечеру устала и приносила она детям то кусок хлеба, то кусок мяса. Так они и жили, бедно и голодно. Однажды мать заболела. Не может подняться, встать на ноги. Просит она старшего сына. «Ой, я вся горю, горло у меня пересохло, заболела я. Сходи, мой милый, на речку, принеси воды, пить хочется». Старший сын говорит матери, «Не пойду, я играть хочу». И убежал на опушку леса играть. Чум из веток строить. Тогда мать просит второго сына, «Мой милый сын, сходи к речке, принеси водички». И второй сын говорит матери, «Не пойду, я играть хочу». И побежал со старшим братом чум строить. Тогда мать посылает третьего сына, «Милый сын, сходи к речке, принеси воды». Тот говорит, «Боюсь, я в воду упаду». И все же пошел к речке за водой. А берег у реки обрывистый, крутой. Только третий сын начал спускаться к реке, как услышал, что его старшие братья зовут. «Иди с нами играть, строить чум!» И забыл третий сын про больную мать. Тогда мать посылает младшего сына. 3 года было ему. «Мой милый сынок, твои старшие братья бросили меня. Сходи ты к речке, принеси мне воды». Пошел маленький сын, остановился у обрыва и не знает, как воды достать, боится спуститься с высокого берега. Стоял, стоял и уронил ковшик в воду. Заплакал, забыл про мать и побежал к братьям. И осталась мать одна денешенька. Никто ей воды не принес, никто не утолил ей жажду. Заплакала мать. «Было у меня 4 сыновей, сейчас нет никого. Все меня бросили кукушкой, одинокой я стала. Кукушкой и сделаюсь». Достала мать ящичек. Там хранились у нее иголки, оленьи жилы. Наперстки надела на голову. Стала у нее голова кукушки. А из крышки ящичка хвост получился. «Из чего же я сделаю себе крылья?» Взяла тонко выделанную оленью кожу и сделала из нее крылья. Вспорхнула на березу, села на ветку и давай горестно куковать. 4 было у меня детей. Посылала их всех за водой. Никто не принес, а 4-й уронил ковшик. Кукушка я теперь. А тем временем дети играли, играли, есть захотели, пошли домой. Самый младший говорит... Просила мать принести ей воды, а мы про нее забыли. Нехорошо мы сделали. Заходят ребята в чум, а в чуме пусто. Испугались они, побежали в тайгу. Мать искать видит, на дереве сидит кукушка, так тоскливо смотрит на них, так горестно, одиноко кукует. Говорит старший брат, наша мама рассердилась на нас и стала кукушкой. Слышите, вот она кукует. Видите, вот она сидит на дереве. А дело было к осени. Все кукушки собрались улетать. Надо и матери улетать. Взмахнула она своими крыльями и начала перелетать с дерева на дерево. Ребята с плачем бегут за ней. Младший сын кричит сквозь слезы. «Возвращайся, мы тебе принесем воды!» А мать кукушечным голосом говорит. «Теперь уже поздно. Я ведь уже кукушка. Надо было раньше вам думать. Надо было жалеть меня, не обижать. А вы плохими детьми оказались. Вот и живите теперь одни без меня.
и полетела дальше. Дети за ней бегут. Вот младший споткнулся, упал. Третий бежит, кричит: «Не оставляй нас!» И тоже упал. Старший сын быстро спустился к реке, зачерпнул в туесок воды, снова за матерью припустил. Второй бежит за ним по пятам, устал. Жарко ему стало. Просит у старшего брата немножко воды. «Нет, это для матери». И второй тоже упал. Нет у него сил больше бежать. Один только старший сын бежит и несет в туиске воду. «Мама!» — кричит он. «Вот тебе вода! Прости нас, мама!» А кукушка отвечает: «Нет, нет, нет. Раньше ты 4 шага не мог пройти, чтобы мне воды принести. А сейчас столько пробежал. Но слишком поздно. Мне теперь воды не надо». И улетела кукушкам, потому что теперь она была кукушкой. С тех пор, когда в каком-нибудь чуме дети не слушаются матери, она им говорит: «Вот не будете слушаться меня, я тоже стану кукушкой». И дети отвечают: «Ой, нет, 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 мама. Мы будем слушаться тебя. Будем тебя любить, только не становись кукушкой».